Здравствуйте, меня зовут Людвиг. И 6 месяцев тому назад меня диагностировали Ходжкин лимфома. В то время было очень как бы непонятно, что с этим делать, и в моей стране как бы я, скажем так, не доверился медицине, которая практикует в моей стране. И потом поэтому я решил приехать в Стамбул, в American Hospital. Но то, что я понял из своего опыта, сейчас я точно могу вам сказать, что я слишком долго ждал. И в такой ситуации ждать не к чему. Надо что-то делать. И я рекомендую вам, если вы попали в похожую ситуацию, я рекомендую вам действовать, а не ждать. И чем быстрее, тем лучше, потому что если будете ждать, тогда есть какие-то возможности. То есть лучше не станет, да? Лучше не станет. Вот это была моя самая большая ошибка, которую я допустил, я слишком долго ждал. Из-за этого идите, делайте, не думайте сами, не старайтесь что-то там придумать, какую-то. Это просто надо прийти и сделать, не надо бояться, потому что здесь, American Hospital, они знают, что они делают. У меня есть как Ходжкин лимфома, у меня, когда я приехал, у меня здесь была, то есть, такая как бы уже опухоль. И после первого курса все прошло. То есть отсюда все ушло. И это сразу мне был показатель, что это работает. Да? Это все мне сказало, что они знают, что они делают. Я могу им довериться. И я даже дальше не думал, не читал ничего, там слишком не углублялся. Я просто знал, что вот они профессионалы. Я все, что я должен сделать, это поднять телефон, прилететь, переехать, сесть и все. И все они сделают. И опять через 2 недели я прилетаю, они все смотрят, все делают за меня, и я улетаю. И это вот все, что я должен сделать. И это можно прям как сравнить, как с такси, да? Я позвонил, я сел, меня отвезли, я же не рулю сам, я. Я знаю, как, то есть, сесть в машину, взять, позвонить по телефону, сесть, меня отвезут, и все. И, то есть, это вот то же самое, та же самая аналогия здесь. И все. Обслуживание American Hospital отличное. Очень все дружелюбные. Всегда есть человек, который объяснит. Если у тебя есть еще какой-то вопрос, он объяснит досконально. Техника здесь отличная. Самая новая. И в общем, на самом высшем уровне. И мне даже нету ни одного такой вещи негативной, которую я бы заметил. Когда я сюда приехал, меня встретили в аэропорту. Тогда всегда вот со мной был человек, которому я мог довериться, который всегда я мог всегда ему позвонить, и он всегда решал все мои вопросы. Поэтому в такой ситуации, когда человек болен, нужен кто-то, кто может ему помочь. Вот MedProper для меня, вот они были компанией, которая всегда мне помогала. И русский у них здесь отличный, и, конечно же, вся структура компании всегда была. Да, они все организовали. Все, что мне надо было сделать, я просто отвечал на звонки. И приходили докторы, приходили сестрички, все, то есть меняли все системы, все, то есть я просто пришел и меня посадили, и все сделали вместо меня. С такой точки зрения здесь сервис и все обслуживание на высшем уровне. Очень, очень доволен и всегда бы порекомендовал бы, ну, наверное, как сказать, Я очень доволен их сервисом и однозначно рекомендую MedProper для других пациентов, которые приезжают в Стамбул. Я хотел бы сказать большое спасибо MedProper, потому что эта компания, наверное, спасла мою жизнь.